Всем привет, с вами Гермес Фалькао-младший. Добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Мы готовимся к тому, чтобы переживать великолепное время с Богом в Его славе. Сегодня Бог прикоснется к вам. Вас ожидает невероятный выпуск нашей программы. Поэтому призываю всех вас поделиться этим эфиром с вашими друзьями. Сегодня мы поговорим о секретах молитвы. Итак, наша тема — секреты молитвы. Поэтому если вы жаждете пережить Божие прикосновение, оставайтесь с нами до самого конца программы. Сегодня у меня в гостях по телефонной связи будет мой друг из Флориды. Его зовут Джошуа Келли. Джошуа — сильный муж Божий. Он реально человек молитвы. Он очень любит Господа, и он проповедовал Евангелие людям в самых разных странах мира. Сам он еще очень молод, но сегодня он принесет всем нам свежее слово от Господа. Поэтому мы ждем его с нетерпением. Итак, давайте мы позвоним моему дорогому другу Джошуа. Я прямо сейчас набираю. А вот его номер — евангелист Джошуа Келли. Джошуа живет в городе Орландо, штат Флорида. Орландо, Флорида. Приветствую тебя, мой дорогой друг. Я очень рад видеть тебя. Что-то я не слышу. Включи, пожалуйста, свой микрофон. Прошу прощения, я случайно выключил звук. А вот теперь я тебя слышу отлично. Как я рад тебя видеть. Как же ты поживаешь? Я поживаю отлично. А ты как? Тоже отлично. Я захвачен тем, что будет у нас сегодня. И я тоже. Верю, это будет мощно. Джошуа, расскажи немного о себе. Чем ты занимаешься в служении, и сколько лет ты уже служишь Богу? Как Гермес уже упомянул, как мой брат Гермес уже сказал, я еще очень молодой евангелист. Сейчас мне 26 лет. Я 5 лет ездил служить в разные страны со своим дедом. Он до сих пор является действующим евангелистом, и уже 4 года. Или даже 5 лет. Я занимаюсь своим собственным служением евангелизации. Мы ездим в самые разные страны Латинской Америки. А также я ездил служить в Африку и вообще бывал во многих странах, где мы могли послужить. И на каждом служении, на котором мы присутствовали, мы были свидетелями того, как Бог проявляет свою силу. Мы видели чудеса Божии, мы видели, как Бог совершает исцеление и освобождение. Мы стали свидетелями многих чудес и знамений. И, разумеется, мы видели, как спасаются люди из разных стран и поколений. Сегодня мы будем говорить конкретно на тему молитвы. Я знаю, что ты говорил, что это одна из твоих любимых тем, и ты часто проповедуешь на тему молитвы. Я знаю, что твое служение охватывает много всего, но расскажи о том, насколько важна молитва в твоем служении и насколько молитва важна для каждого верующего. Я хочу обратиться ко всем, кто нас сейчас слушает. Нам всем крайне необходимо понять одну вещь.
Не сама молитва нас меняет, но молитва ведет нас к тому, кто способен изменить нас изнутри. Если бы я не был в близких отношениях с Богом, не был с Ним в контакте, я бы не был там, где я нахожусь сегодня. Присутствие Бога в моей жизни необходимо мне больше, чем обычная еда. Его присутствие и слава нужны мне больше, чем воздух, которым мы дышим. В Библии мы видим, что Моисей стоял на горе 40 дней и 40 ночей. Он пробыл там столь долгое время, без воды и пищи, и вполне возможно, он даже все это время не спал. Божья слава буквально была необходимой пищей для его тела, чтобы он мог быть с полным энергией, не имея пищи. Я не призываю вас сейчас... идти на гору и оставаться там 40 дней, но этот пример показывает нам, важность Божьего помазания. Я хочу сказать всем, кто нас сейчас слушает, вам каждый день необходимо пребывать в божественном помазании. Мы стремимся стать такими, какими Бог нас видит, и мы видим в Библии призывы Иисуса о том, какими нам следует быть. Но мы понимаем, что мы не соответствуем тому, к чему Он нас призывает. И поэтому, когда мы регулярно ищем Его, выделяем время для Бога, чтобы провести это время с Ним, мы приходим к Нему, соединяемся с Ним не просто ради необычных ощущений, какого-то прикосновения к нашим сердцам. Но Он входит в нас и очищает от всего, что не от Него в наших сердцах. Если вы имеете какую-то зависимость, если вы находитесь в плену греха и в рабстве у этого мира, то вам просто необходимо входить в Божью славу, в Его покой. Только там вы сможете обрести ту свободу, которую вы так отчаянно ищете. Ищете всю свою жизнь, но так и не смогли нигде больше ее найти. Аминь. Слава Господу. Это было всего лишь вступление Джошуа. Мы говорили на днях о служении Иисуса. Я упомянул, что Иисус также проводил время с Отцом. Он делал это каждый день. Если даже Иисус, совершенный Сын Божий, нуждался в том, чтобы проводить время с Отцом на регулярной основе, то насколько же важнее нам проводить время с нашим Небесным Отцом. Это для нас крайне важно. Мы отчаянно нуждаемся в этом. Многие, кто смотрит нас сегодня, вы только начинаете свой путь со Христом. Мы все находимся на разных духовных уровнях, на разных уровнях познания Бога и исполнения силы Его Духа. Но мы хотим наставлять и воодушевлять друг друга в Господе. Дорогой Джошуа, что ты посоветуешь тем людям, которые только начинают свой путь с Господом? Как им развить молитвенную жизнь? Дай совет, как может человек возрастать в молитве? Как может развивать свою молитвенную жизнь? Прежде всего,
Мы должны развить в себе потребность переживать Божие помазание. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Можно иметь желание пережить Бога и прикосновение Его славы, а можно иметь потребность в Боге. Когда вы понимаете, что это вам необходимо, большинство людей не имеют желания. «24 часа в сутки только молиться и разговаривать с Богом». Разумеется, такие люди есть среди молитвенников. Но иметь потребность или нужду в Божьем помазании означает, что в любой момент вашей жизни, где бы вы ни находились, в этот момент вы ощущаете свою нужду в Боге, что Он вам сейчас необходим. Когда я впервые обратился к Господу в молитве покаяния, посвящая Ему свою жизнь, я сказал Ему, что не хочу уверовать в Него и через 3 дня снова остаться таким же, как прежде. Ничего во мне не изменилось. Я живу так, как жил раньше. Я хочу читать Библию и позволять Слову менять меня, чтобы моя жизнь отображала Его Слово. Бог повел меня тогда в отдельную комнату в нашем доме. Это была пристройка. Там я и начал встречаться с Господом каждый день. Это была моя тайная комната. Тогда я еще не понимал, что такое молитва, и совершенно не понимал. Что я должен говорить Богу в молитве? Я просто не знал, что может сделать молитва, для чего все это и что это меняет. Я даже не понимал тогда важности молитвы. Но в день, когда я принял Господа, я знал, что мне снова нужно пережить, почувствовать то, что я почувствовал тогда, в момент своего спасения. Аминь. Я говорю сейчас не о спасении, а о Его помазании, потому что, получив спасение, нам не нужно добавлять к этому что-то еще. Мы ведь уже спасены. Аминь. Но именно Божие помазание помогло мне осознать реальность Иисуса в моей жизни и в моем сердце. Я начал регулярно ходить в эту пристройку и молиться там Господу, разговаривать с Богом. Потом я начал волноваться, потому что не видел, чтобы это что-то меняло. Казалось, ничего не происходило. Я ходил взад и вперед и молился на языках. Я пытался сам воспроизвести то чувство, которое я пережил тогда, в момент своего покаяния. Ты пытался искусственно воспроизвести Божие прикосновение. Да, но вот чего я тогда не понимал. Я не понимал, что мне не нужно как-то пытаться воспроизвести Божие помазание и чем-то пытаться заслужить право на то, чтобы Бог пришел и посетил меня. Его присутствие — это Его подарок. Он дает нам себя даром. Итак, я сражался несколько часов, волновался. А чего же Бог не приходит? Но потом я сказал Богу, «Все, я сдаюсь». Мне тебя самому не достичь. Ты где-то слишком далеко. Пожалуйста, приди, ты сделай это. И как только я сдался в его руки, комнату, где я был, наполнила слава Божия. И в тот момент я осознал, что как только мы капитулируем перед Богом, покоряемся Ему полностью, не уповая на самих себя, мы осознаем, что это не мы вызываем Его, а Он посещает нас.
и делает это по своей инициативе. И в тот момент в мою жизнь пришла сила от Бога. С того дня какие-то мои грехи, неправильные мотивы и поступки стали уменьшаться или совсем исчезли. Я начал замечать, как изменилась моя речь. В ней больше не было мирских, гнилых слов. Я начал употреблять лишь те слова, которые чисты и не несут за собой грязи. И также я перестал общаться с людьми в моей жизни, которые всячески старались отвести меня от Бога. Аминь. Это были худые сообщества. Я отказался от них. И каждый день Бог освящал меня все больше и больше. Он делал меня святым. Он ставил передо мной разные задачи каждый день. И всякий раз, когда я искал Господа, Он очищал меня от тех вещей в моей жизни, которые удерживают меня и тянут меня вниз в жизнь греха. Аминь. В нашей молитве к Богу так много сил. Когда мы встречаемся лицом к лицу с Богом в молитве, это меняет нас изнутри. Мы становимся совершенно другими. Мы не просто становимся лучше, как люди, как личности, но начинает меняться даже наша мотивация. То, для чего мы стали христианами. Кто-то обращается к Богу из-за того, что боится попасть в ад. Кто-то молится молитвой покаяния, потому что пастор пообещал им, что тогда к ним придут несметные Божьи благословения. Но по мере того, как вы познаете Бога, и по мере того, как вы проводите с Ним время, вы возрастаете в мощной и ни с чем не сравнимой любви к Богу, что каждый день вы испытываете благодатное чувство благодарности Богу за Его спасение. Вы каждый день обновляетесь в Его благости и милости. Мне очень нравится проповедовать. Мне нравится видеть, как Бог совершает чудеса. Но что может быть лучше самого Иисуса? Иисус чудесный. Превосходно. Слава Господу. Я прошу тебя коротко поделиться о том, что начинает происходить в жизни христианина, когда он начинает регулярно молиться, когда молитва становится важной частью его или ее жизни. И также, как ты считаешь, то, с кем мы проводим время, с кем мы общаемся, оно вообще влияет на нашу молитвенную жизнь или нет? Итак, когда вы молитесь, вы как бы связываете себя с Богом, вы устанавливаете с Ним личный контакт. Я лично, когда начал молиться, понял, что молитва меняет очень многое в жизни. Иногда меняются не сами события вокруг меня, иногда меняюсь я. Изменения происходят внутри меня. Послушайте, когда вы молитесь, вы позволяете Богу очистить вас от всего ненужного и наполнить тем, что вам необходимо. Бывает, что после молитвы мы исполняемся Его силой.
А бывают времена, когда после молитвы я ощущаю, что наполнен Его любовью. Аминь. Он буквально исполняет вас собой, своей сутью. И в результате этого вы обнаруживаете, что стали более мягким, добрым и кротким человеком. И те, кто раньше испытывал к вам непрощение, вдруг перестают чувствовать к вам негатив. Вы становитесь другим человеком. И также вы замечаете, что Бог так наполнил вас силой, что когда вы молитесь о других, они чувствуют, что на вас Божие помазание, Божья сила. К примеру, вы возлагаете руки на больных, болеющих раком, их рак в тот же момент отступает. И это не имеет никакого отношения к тому, что молитва была какая-то особенная. Просто это Бог наполнил вас своей силой, и во время вашей молитвы эта сила высвобождается. Аминь. И также брат Гермес просил прокомментировать важность людей, с которыми мы общаемся, с кем проводим время. Есть категория людей, включая христиан, от которых я предпочитаю держаться подальше. Я не подпускаю их к себе. Я молюсь о них, но их вечный негатив и желание сплетничать, кого-то судить, мне не нужно такое влияние. Иногда я бывал среди христиан, которые все еще употребляют ругательные слова. Да, реально, и такое бывает. И это буквально забирает у тебя все силы. Поэтому я особенно хочу обратиться сейчас к тем, кто только начинает свой христианский путь. Поскольку вы еще не успели выстроить твердое основание своей жизни в Боге и на Его Слове, существует опасность, что люди, которые вас окружают, снова завлекут вас в прежний образ жизни, отвернут вас от Бога. Бог вас очистил, но вы можете вернуться на тот же греховный путь, поэтому вы можете проповедовать им Евангелие, стремиться достичь их для Бога, но не позволяйте им влиять на вас и ограничьте свое общение с этими людьми. Здесь важно понять, что мы перестаем с ними общаться не потому, что мы их ненавидим, что мы от них отвернулись и знать не желаем. Мы просто осознаем, что теперь мы другие, мы отличаемся от них. Это как если мы пытаемся смешать воду и масло. У нас теперь другие желания и стремления. О, да! Меняется наш взгляд на жизнь. Да, мы становимся совсем другой личностью. Когда Иисус приходил к грешникам, Он не просто учил их теории и традициям. Он не просто соблюдал вместе с ними иудейские праздники, но Он ходил по городам и селениям, учая их, делясь с ними словом жизни. Он проповедовал им Евангелие. Возвещал им добрую весть. Да, во время своего земного служения Иисус заходил в дома к грешникам, но Он делал это не просто для того, чтобы провести с ними время, пообщаться о том о сём. У Него была цель — открыть им себя, излить на них Божью любовь.
Общаясь с ними, проводя с ними время за обедом или просто в общении, он был совсем не таким, как они. Он пытался влиять на них, проводя с ними время. Послушайте меня сейчас очень внимательно, друзья. Крайне опасно снова открывать себя для влияния этого мира. Верно. Аминь. За последний месяц мы стали свидетелями многих чудес. Мы увидели, что Бог движется по нашим молитвам, несмотря на то, что это были молитвы онлайн. Молитвы без возложения рук. За последние 5 месяцев в нашем служении мы увидели огромное количество чудес от Господа. К людям приходил прорыв в жизни, приходило Божие освобождение от бесовского влияния, и все это просто через прямые эфиры и трансляции. С марта месяца мы выходим в эфир по 5 раз в неделю, по вторникам, средам, четвергам, пятницам и затем в воскресенье. И мы видели невероятное количество чудес. Люди снова возвращаются к Господу. Кто-то принимал спасение впервые, кто-то получал исцеление, кто-то освобождение. И все это происходило через молитвы в эфире.